Всем привет, друзья, с вами Варчик. Кресало, будь оно неладно, единственная вещь, которой не хватало для получения каппы. Самого большого подсумка, куда можно все спрятать. С этим контейнером жизнь в Таркове должна улучшиться. Ну и казалось бы, осталось всего чуть-чуть, какое-то там кресало. Но я искал его настолько долго, что самые сложные задания выполнялись чуть ли не в два раза быстрее. Вроде бы у всех есть интернет, любой может в поиске найти любую вещь в любой игре и понять, где она находится. Но вот ты начинаешь искать в интернете. Тарков кресало. И тебе выдается список. Вот на этой карте кресало находится вот здесь и вот здесь. На этой карте вот здесь и вот здесь. И в целом кресало может выпасть где угодно, там чуть ли не в любом месте, где есть лут. Но по сути ты ходишь один день, второй, третий, четвертый. И это кресало, которое по сути вроде бы везде, но по сути нигде. Ты ходишь на одну карту, смотришь эти места, где казалось бы вот оно прям здесь должно быть, его там нет. Вторую карту ходишь вроде бы по гайдам, написано же вот оно должно быть здесь. Ты ходишь туда по несколько раз, покупаешь ключи дорогущие, ломишься в эти места. Дерешься со всякими топористами, потому что они все туда тоже первые хотят залететь. Борешься со всеми этими трудностями и невзгодами, а этой железячки тупорылой, которая просто называется кресало, ее нет нигде. Конечно, ты смотришь в интернете, где люди это находят, смотришь гайды и так далее, но Тарков такая интересная игра, что в ней выходят всякие патчи, микропатчи, большие патчи, и очень часто все меняется. Вот здесь все время был этот лут, в следующем патче он не здесь, а вон там, а может быть и до сих пор здесь. И непонятно, какой шанс, что он тут появится, большой, маленький, а может тебе просто не повезло и перед тобой кто-то его забрал, а ты несколько раз ходил туда, ходил, просто не повезло, а именно в те моменты, когда ты приходил, там его не было. Но мне все время было интересно узнать у людей, которые только что его нашли, где они его нашли, чтобы знать конкретно в этом патче, где оно находится. Было бы, конечно, прикольно еще узнать проценты и шансы, с какой периодичностью оно появляется в различных местах на различных картах, но где такую инфу посмотреть фиг знает. И когда ходишь, спрашиваешь у каких-нибудь стримеров там, а где кресало, он тебе начинает перечислять. И там, и тут, и здесь. Вот я так доспрашивался, взял, построил себе в убежище ящик диких, самогонный аппарат. Всю эту дребедень построил, послал этих диких. Они мне принесли какую-то чепуху, как обычно. И все это было зря. Насмотрелся этих гайдов, накупил очень дорогих ключей. Ходил, открывал этими ключами те комнаты, где должно быть кресало. А кресала там нет. Я просрал огромнейшее количество бабла, и кресалом даже не запахло. Даже не было ощущения, что оно там вообще существует. И тут вдруг во время стрима зритель говорит, что нашел кресало буквально за 5 каток в лесу в Меченке. Я сначала подумал, ну повезло. Но с другой стороны, я хотя бы узнал в этом патче, где оно вообще, хотя бы где им пахло. Вон, пойди тоже понюхай, оно там было. Также еще был сервер московский. Это вся информация, которой я обладал. Стримеры там всякой херни насоветовали. И сайты со своими гайдами, устаревшими многолетней давности, видимо. Вряд ли кто-то проверял эту информацию на каждый свежий патч, на каждый микропатч. Чтобы все это перепроверить, нужно огромное количество времени. Кто-то когда-то где-то кресало нашел, и все, и на сайт написал, что вот там кресало. Как часто оно там появляется, фиг знает. Так вот, получается, что по всем гайдам и советам я ходил около 4 дней и никаких кресал вообще не находил. И только после того, как человек, который только что нашел кресало, сказал, где оно находится, я на стриме туда пару раз ходил, и в принципе на этом стрим закончился, я пошел там по своим делам. И вот буквально сейчас, вот вечерком, зашел на одну каточку, побежал в лес, в Меченку, что вы в принципе видите на фоне, и нашел кресало. Примерно тоже за 5 каток. Какая-то формула успеха. 5 раз бежишь в Меченку в лесу и находишь кресало. Все, в принципе, задание доделано. Скупщик доволен. Я доволен.
Задание выполнено, каппа получена, коробка большая, можно теперь туда дракона спрятать. Супер! Выражаю огромную благодарность зрителю, который пришел, сам все написал, рассказал. По сути, ответ ко мне пришел сам, своими руками, ногами добрался, все написал. Огромное спасибо, очень сильно помог от души. И очередной раз, как я и догадывался, нужно знать, именно в этом патче, где что находится. Я, в принципе, так и размышлял, но не мог узнать, где вот прямо сейчас в этом патче оно лутается и находится. Потому что Никита там каждый патч все перекапывает с ног на голову. Не сразу разберешься. Поэтому, если надо кресало, формула такая. С пистолетиком 5 каточек в меченку в лесу сбегали, меченку внимательно посмотрели, нашли кресало и успокоились. Я играл на германском сервере. Зритель, который мне посоветовал, играл на московском. Это вся информация, которой я обладаю. Если вы за 5 каток не найдете, все вопросы не ко мне. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. А да, еще в конце я тут какой-то ересью занимаюсь. Типа 600 опыта, 10 минут, чтобы выйти с катки, не было пробежки. Но я там немного перестарался, но ничего страшного.